Виртуальная экскурсия. Воспитанники Центра доп. Образования показали детям из Национального центра Зубрёнок, как устроен городской оздоровительный лагерь «Сузурье». Бобручане вышли на связь с гостями нарочанской здравницы по телефону. Рассказали им, чем занимаются на кружках по робототехнике, как проходят спортивные и IT-состязания, поделились идеями для развлечений. Сегодня было столько эмоций позитивных, сегодня столько было азарта у детей и педагогов. Конечно же, Зубрёнок оставил хорошее впечатление о городе Бобруйск. Они как будто окунулись в наш город.